как он это делает? Ты знаешь, не знаю насчет его инопланетного, конечно, происхождения, но голос у него действительно, правда, неземной. И наши зрители сейчас в этом убедятся. Музыка Игоря Крутого, стихи Михаила Гуцериева. Знай! На сцене Димаш, за роялем композитор Игорь Крутой.
Пользуясь моментом, хочу от всей души, от имени всего казахского народа, от имени моих земляков поздравить наших дорогих россиян с Новым годом, пожелать вам всего самого наилучшего, счастья, любви, семейного благополучия, чтобы вы всегда улыбались, чтобы всегда сбывались все ваши заветные мечты. Димаш, дорогой, не уходи, пожалуйста, останься на этой сцене. Для вручения премии «Певец года» на сцену приглашается Валерий Леонтьев. Валерий Леонтьев! Во-первых, мне очень приятно, что это делаю именно я. Во-вторых, я люблю твой дивный голос. В-третьих, я желаю тебе фантастического будущего и скорейшего покорения мира. Певец года, Димаш! Невероятная премия для невероятного голоса. Ваши аплодисменты. Певец года, Димаш! Это огромное счастье получить награду из рук живой легенды. Спасибо вам огромное, Валерий Яковлевич. Для меня огромная честь. Спасибо большое.